эфире телеканала «Видное ТВ» новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Депутат Владислав Рымша вместе с жителями проверил качество ремонта подъездов. В целом очень хороший ремонт. Все здорово. На улице Лемешко в самом разгаре работы по комплексному благоустройству дворов. Очень ждали спортивную площадку. Надеюсь, потому что у нас много детей постарше, и им, конечно, очень было мало места. Прибавление в большой семье. Седьмой ребенок у многодетных родителей из Видного. Мама, это тебе от всех. Встречи жителей округа с депутатами проходят на регулярной основе. На них народные избранники обсуждают немало актуальных вопросов, которые необходимо решить. Слово Дмитрию Книге. Состоялась встреча депутата муниципального совета Владислава Рымши с жителями своего избирательного округа. Начиная с весны, по их обращениям, в подъездах домов 46 и 74 по проспекту Ленинского комсомола велись ремонтные работы. Сейчас уже можно увидеть результат. Есть небольшие еще недочеты, но ребята еще доделывают, как бы, то есть это все в процессе. В целом очень хороший ремонт, все здорово. Вместе с руководством территориального отдела и представителями управляющей компании собравшиеся осмотрели отремонтированные подъезды. Здесь были обновлены входные группы, заменены стекла, перила, почтовые ящики. Сделаны современные пандусы для маломобильных. Цвет плитки на полу и стенах жители выбирали сами. В скором времени в подъездах установят радиаторы отопления. Сейчас будем заполнять систему, и все батареи, кого не готовы, все подготовлено. Как бы кронштейны все висят, проблемы нет. По словам жильцов, ремонт такого уровня с момента постройки 46-го дома не проводился никогда. Похожая ситуация сложилась и с домом 74. Помимо обновления подъезда, в прошлом году здесь также было проведено благоустройство двора. И теперь уже от жителей зависит сохранность объектов – детской и спортивной площадок. Огромное спасибо нашему депутату Владиславу Валерьевичу. Огромное спасибо администрации, потому что без администрации у нас не было бы ни благоустройства, ни спортивных площадок, ни тренажеров, ни зоны отдыха. Вот тут у нас и для бабушек, и для дедушек, ни ремонта подъездов. То есть все с помощью их. И огромное спасибо, конечно же, директору МУП УК ЖКХ Михаилу Михайловичу Соломатину. Владислав Рымша сказал, что вопросы благоустройства и ремонта составляют основную часть обращений к нему как к депутату, и чтобы их решить, ведется планомерная последовательная работа. В связи с последними событиями, в общем-то, бюджет испытывает определенные проблемы. Естественно, ряд работ, они вообще были ограничены. Поэтому благодаря администрации, благодаря там, территориальному отделу, управляющей компании, у нас все-таки получилось решить эти вопросы. И вот за последние там, 2,5 года уже на территории нашего округа отремонтировано 6 домов. Обратиться к депутату можно как на личном приеме, так и через социальные сети. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, «Видное ТВ». Комплексное благоустройство проходит на улице Лемешко. Дворовые территории нескольких домов приведены в порядок в рамках губернаторской программы «Комфортная городская среда». По адресу выехала наша съемочная группа. Дворовая территория домов под номерами 6, 8/1 и 8/2 вошла в губернаторскую программу по комплексному благоустройству. Практически все работы на этом участке уже завершены. Рабочим осталось доделать детскую площадку и спортивный комплекс. Ремонтные работы в этих дворах стартовали в начале июля. Придомовые территории были приведены в порядок почти за 1,5 месяца, как и планировалось по графику. Сейчас происходит установка малых архитектурных форм. Общий объем работ здесь был сделан: проезжая часть дворовой территории, заменено асфальтобетонное покрытие, нанесена разметка, заменены асфальтобетонное покрытие на входных группах возле домов. Сделана будет модернизация детской площадки, которая у нас с вами на заднем фоне находится. Именно модернизирована, она будет увеличена, заменены МАФы. Стоит отметить, что долгожданное благоустройство было проведено благодаря активным местным жителям. Неоднократно были просьбы жителей о благоустройстве данной территории, потому что она уже просилась несколько лет благоустроить. Площадка давно детская пришла в негодность. И здесь, на данном месте, где у нас спортплощадка, там стояли старые гаражи. И тоже они не использовались. Жители обратились письмом главе и проводили собрание, встречу с жителями по осени. Записали все их пожелания. И данная территория вошла в программу благоустройства. Любовь Климова живет в доме номер 8, 36 лет. Она очень довольна такому преображению двора.
Хочу поблагодарить руководство, наш муниципалитет, Дорсервис и всех, кто участвовал в организации наших долгожданных площадок. У нас никогда не было площадки спортивной, и мы сейчас ее имеем. Спасибо вам большое. На финальной стадии работы по установке игровой площадки, которую с нетерпением ждет детвора. Горку, качели, карусель, какое такое, лазилку. Но главным украшением придомовой территории к большой радости жителей станет многофункциональная спортивная зона. Очень ждали спортивную площадку. Надеюсь, что у нас много детей постарше, и им, конечно, очень было мало места. Вот. И очень ждем открытия, и надеемся, что все будет в порядке с этой площадкой. Территория около 300 квадратных метров, предназначенная для занятий спортом, разделена на две части. Заасфальтированная с уличными тренажерами и отдельная зона с прорезиненным безопасным покрытием для футбола, баскетбола, волейбола. Все работы по благоустройству будут завершены в ближайшее время. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Сторонники партии «Единая Россия», представители администрации Ленинского округа провели встречу с получателями услуг Центра социального обслуживания «Вера» и обсудили вопросы юридического характера. Подробности в репортаже Юлии Погосян. Открытый диалог – основной принцип работы муниципальной власти. Такие встречи населения с представителями администрации, депутатского корпуса и партии «Единая Россия» стали традицией. Жители знают, какой бы ни возник вопрос, они всегда могут обратиться за помощью к компетентным людям. Спасибо вам большое. Активные. Да, активные. Такие, мы всегда вместе. Я хочу сегодня, наверное, предложить открыть встречу, посвященную серии из проекта «Единой России». Сегодня встреча была посвящена юридическим вопросам. Проходила в центре «Вера». Зачастую получатели услуг – наиболее незащищенные группы населения, у которых то и дело возникают проблемы разного характера, связанные со здравоохранением, социальной сферой, пенсионным фондом. Приглашенный юрист попытался ответить по всем темам. Произошло достаточно большое количество изменений в законодательстве Российской Федерации в различных сферах, да, законодательства. О наиболее таких актуальных, интересных изменениях в законодательстве я вам сейчас расскажу. Здесь, в «Вере», встреча проходит в третий раз. И на следующее мероприятие организаторы планируют пригласить еще больше узкопрофильных экспертов. Как депутат я могу какие-то вопросы ответить, а есть вопросы, которые действительно меня ставят в тупик, что, например, очень много вопросов здравоохранения. Вот. Поэтому мы будем стараться в следующей встрече, чтобы приглашать именно специалистов тех служб, которые есть вопросы. Это и транспорт, это и здравоохранение, это образование, ну, в общем, все, и ЖКХ. Поэтому считаю, что нужны такие встречи, и они должны быть. Аналогично считают и гости встречи, а их в этот раз собралось более 30. На свежем воздухе, во дворе центра, такая обстановка располагает к открытому диалогу. Очень много интересных вопросов и ответов. Вот, ну, хотелось бы еще больше. Обсуждать надо все, решать проблемы какие-то насущные обязательно. Встречи нужны. Самый главный вектор направления нашей работы, то, из чего складывалась народная программа партийная, это власть для народа. Поэтому все наши мероприятия, все последние мероприятия текущего года, они все направлены на активное взаимодействие, на разъяснение различных вопросов для населения различных слоев, различных возрастов и категорий. Встреча завершилась, но вопросы остались. С ними гости мероприятия, организаторы предложили обратиться на депутатский прием к членам партии «Единая Россия». Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Видновский перинатальный центр не устает радовать жителей округа различными рекордами. И вот новое достижение в многодетной семье Николая Бочарова и Елены Стефановой – очередное пополнение. У них родился 7-й ребенок. Как чувствует себя мама, папа и новорожденная, узнал Максим Козлов. Выписка через полчаса, теперь уже можно вздохнуть с облегчением. Роды прошли без эксцессов. Впрочем, сама Елена изначально была уверена, что все будет хорошо. Опыт, знаете ли, она уже в 7-й раз становится мамой. В воскресенье в 6 утра родила. А я больше 2 дней не была, на 3-й день я всегда уже домой не люблю. То есть сделал такое уже привычное? Ну да. Поддержку Елене во время этого непростого периода оказывал муж. Это уже 3-й их совместные роды. Впрочем, и врачи приложили все усилия, чтобы все прошло, как принято говорить, в штатном режиме.
Женщину встречаем на этапе приемного покоя, независимо от того, какая это бригада, дежурная, либо дневные врачи. Женщину поднимаем, да, если она в родах, поднимаем в родильное отделение, в родильный блок, и мы же ними занимаемся, начиная от самого начала родов и заканчивая рождением ребеночка. Поэтому мне кажется, что для женщин это максимально комфортно, потому что, видя нас в приемном покое и проведя с нами все роды, они, в общем-то, как-то так и успокаиваются. У дверей зала, где происходит выписка, уже ждали муж и дети. Не все смогли прийти, но группа поддержки довольно внушительная. Николай Бочаров рассказал, живут дружно, а в семье развита взаимовыручка и помощь. Это как-то само собой происходит. Допустим, если все сразу, дети, да, появились, конечно, мы там волосы начали выдирать, что делать с этим. А когда ну, один, потом второй, младший помогает, старший помогает младшему. И вот, наконец, наступает счастливый для всех момент знакомства с новым членом семьи. Мама, это тебе от всех. Еще. 15 августа президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении звания «Мать-героиня» и денежном поощрении многодетных матерей. Главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова считает, что Николаю и Елене стоит подумать о достижении этой цели. Я буду рада вас видеть еще. На самом деле, мы уже проговорили с папой, что будем стремиться к медали героини, матери-героини с бриллиантами и миллиону рублей, которые пообещал наш Владимир Владимирович. Впрочем, сами родители признаются, что никогда не планировали рождение очередного ребенка. Для них это всегда в буквальном смысле дар свыше. И сейчас они не хотят изменять этой традиции. Пока планов нет таких вот глобальных, уже на 8-го. А там Богу виднее. А я-то, не знаю, пока еще об этом не думала. В ближайшее время соберется семейный совет, на котором будет выбрано имя для малышки. В фаворитах два – Тамара и Стефания. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч!